Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лилия Горопаха, художник-дизайнер, и я рада приветствовать вас на моем канале. И мы с вами продолжаем делать новогодние украшения на елку. Итак, сегодня мы сделаем коллекционную с вами вифлеемскую вот такую вот звезду красивую. Посмотрите, какая она красивая у нас с вами получилась очень. Итак, для этого нам понадобится прежде всего газета. Газета, мы режем ее на вот такие вот полоски. И затем будем скручивать с вами вот такие вот трубочки, если вы уже знаете. Дальше нам понадобится спица, на которую мы закручивать будем наши трубочки. Дальше нам понадобятся ленточки. Я взяла органза и атласная ленточка шириной 2,5 сантиметра. Как вы видите, такой шоколадный красивый цвет. И горчичный, это не желтый, а горчичный, скорее золотистый такой цвет органзы. Дальше нам нужна будет парчевая узенькая ленточка шириной 0,6 сантиметра. Также золотистого цвета нам нужен будет жгутик. Я взяла вот такую вот наподобие льняной, по типу мешковины, похожая, но это у меня акрил. Нам нужна будет тоже такая вот нить. Для отделки нам нужны будут полубусины, я взяла золотистого цвета. Ну и из инструментов нам нужны будут ножницы, клеевой пистолетик, иголка с ниткой, клей ПВА и также полимерный универсальный клей. Итак, приступим к работе. Мы берем нашу газету. Я разворачиваю ее на полный лист. Вот так вот. И сворачиваю втрое. И у вас получается вот такая вот трубочка. И я буду работать с газетными трубочками. Итак, у меня, как вы видите, уже их набралось много. И сейчас я вам покажу, как сделать вот такую вот трубочку. Это она уже у меня обмотанная нашей пряжей, вот такой вот акриловой. Итак, вы берете, опять же таки, находите кончик. Начинаете обматывать с остренькой, с более тонкой стороны, так как у нас трубочка немножечко расширяется к одному концу и зауживается к другому. Итак, опять фиксируя, вот так вот смазывая нашу палочку клеем. Я все делаю пальчиком, если вы хотите, делайте кисточкой. Я беру вот так вот чуть-чуть, но не у самого конца, а немножечко отступая, начинаю вот так вот заматывать нашу пряжу. Итак, дорогие друзья, вы практически дошли до конца, но до самого конца вы не заматываете, а я обрезаю. Итак, мы фиксируем вот тут вот кусочек ленточки нашей пряжи и оставляем вот так вот подсыхать. Точно такой же вариант, как обматывать нашей ленточкой. Лучше фиксировать полимерным универсальным клеем. Вы поставили точку, вот так вот вы зафиксировали, ну а дальше процесс обмотки тот же.
Дорогие друзья, мы берем с вами наши палочки. Нам нужно отмерить 12 сантиметров, и мы их сгибаем вот так вот втрое. 12, 12 и 12. У нас должен получиться вот такой вот треугольник. Фиксируем мы уже полимерным универсальным клеем. Мы ставим капельку клея и подклеиваем. А этот кончик мы отрезаем, он нам не нужен. Мы зафиксировали. Теперь мы поворачиваем оставшийся кончик вот так вот по верху. В этот кончик мы должны с вами вставить следующую нашу палочку. Вот так вот. Вы немножечко соединение вот так вот намазываете опять клеем и подклеиваете так, чтобы стык не было видно. Итак, дорогие друзья, вы вставили, заделали вот тут вот наше соединение, затем вы поворачиваете, как бы обнимая наш уголок, заворачиваете вот так вот, чуть-чуть подвигая его к краю, чтобы было вот так вот, поворачиваете и как бы обкручивая наш уголок, вы дошли до следующего края, опять обворачиваете уголочек, поворачиваете и опять идете на следующий треугольничек. Опять дошли до конца, обворачиваете, и теперь нам опять нужно подсоединить следующую трубочку. Вы примеряете вашу трубочку, вот так вот она входит. Я обрезаю вот этот вот кончик ненужный, проделываю пошире наше отверстие, чтобы свободно вошла наша трубочка. Затем я беру полимерный универсальный клей, ставлю в эту трубочку капельку. И подсоединяю вот так вот аккуратненько нашу трубочку. Как видите, здесь стыка практически не видно. Вы подклеите все красивенько и продолжаете плести . Итак, дорогие друзья, вы дошли, вы сделали по 4 витка с каждой стороны. Теперь нам нужно вот этот вот кончик зафиксировать так, чтобы его не было видно. Мы его поворачиваем и продеваем внутрь вот так вот, и с этой стороны уже подгинаем, намазываем полимерным универсальным клеем и фиксируем, даем высохнуть. И как видите, у нас с обеих сторон у нас одинаково. Ничего, даже если у нас что-то где-то и будет просвечиваться, то оно будет все в одном цвете. Так как если вы начнете красить, то, конечно же, сверху у вас все будет закрашено, внутри все равно будет просвечиваться у вас газета. А так, в таком вот виде оно везде одинаково. И сейчас мы с вами будем делать точно такой же треугольничек, но только из золотистых трубочек, которых я обернула парчевой ленточкой. Итак, мы опять берем линеечку. Thank you.
и подклеиваю полимерным универсальным клеем. Вот так вот. Вот он у нас получилось. Если хотите, вы даже можете вот так задвинуть внутрь. И вот так вот мы зафиксировали с вами внутренний уголочек. Итак, дорогие друзья, у нас получилось вот таких вот два треугольника. Теперь нам остается их только соединить. И, конечно же, мы соединяем полимерным универсальным клеем. Смазываем и присоединяем. Итак, вы подклеили вот так вот наши два треугольничка, и у вас получилась вот такая вот комбинированная звезда, как видите. Ну, а сейчас нам остается только ее задекорировать. Итак, дорогие друзья, мы сделали с вами бантик. Теперь я взяла вот такой вот жгутик, как видите, и нам нужно сделать петелечку. Я делаю вот такой вот узелочек маленький, подтягиваю его к краю. Теперь продеваю между нашим бантиком и этот же жгутик, немножечко вот так вот проверну, чтобы он держался. Так, теперь этот же жгутик я беру с обратной стороны вот так вот и начинаю заворачивать его, фиксируя и бантик, и одновременно фиксируя нашу петелечку. Вот так вот вы провернули, у вас получилась вот такая вот серединка. Мы отрезаем этот оставшийся кусочек и заделываем его вот так вот в серединку. Вот так вы задвинули этот кончик в серединку. У вас получился вот такой вот красивый бантик на петелечке. Теперь вот эти вот кончики мы сейчас с вами будем задвигать вот так вот в серединку нашей звездочки. Вы берете клеевой пистолетик, ставите капельку внутрь на кончик и подклеиваете, помогаю я спицей немножечко задвинуть эти узелочки и внутрь нашего уголка, вот так вот. Вот так у нас получилось и с одной, и с другой стороны. Итак, бантик мы с вами приделали, теперь мы берем наши полубусины. Я хочу немножечко нашими бусинами задекорировать вот эту сторону. Ну и вот такая вот у нас Вифлеемская звезда с вами получилась. Если вам был полезен этот видеомастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я с вами на этом буду прощаться. Желаю вам творческих успехов и до новых встреч!